Физкульт-привет! С вами Денис Доропей, это «Школа туризма». Сегодня у нас обзор фоторюкзака от компании LowPro Flipside 500 AV. Данный рюкзак я одолжил для похода на перевал Дятлова и плато Мань-Пупунёр у Александра Царёва и проходил с этим рюкзаком 200 километров. Ни много, ни мало. Хранил в нем квадрокоптер, никак предназначено производителем фото-видеооборудования. С другой стороны, квадрокоптер у меня и был фото-видеоинструментом. У каждого из наших участников по два рюкзака. Например, я предпочитаю укладывать на санки тяжелые вещи и ходить с легким рюкзаком, в котором квадрокоптер. Точнее, я вынужден так делать, чтобы сохранить квадрокоптер целости. Форма данного рюкзака похожа на огромный кирпич, точнее на шлакоблок. Есть недостатки с моей точки зрения, что он достаточно толстый. Вроде как это не очень хорошо, потому что центр тяжести рюкзака получается далеко от спины. Но с другой стороны, если мы посмотрим на предназначение, то именно вот эта толщина позволяет хранить в нем какие-то достаточно толстые, широкие фотопринадлежности. Хранить в направлении, складывая их к спине не тонкой частью, да, а именно как-то вдоль. И именно эта толщина позволила использовать рюкзак для переноски квадрокоптера. Он достаточно высок и вместился сюда целиком. Итак, форма — это и минус, и плюс. Теперь подвесная система. Подвесная система здесь, ну, самая простая. Это ранец, у которого лямки прикреплены в верхней части рюкзака. Жесткость обеспечивается пластинами пены, причем не только в спине, но и по всему рюкзаку. Внизу есть пояс. Пояс несъемный, так что если вы с этим рюкзаком будете пробираться в самолете с расстегнутым поясом, то обязательно надаете всем сидящим по щам. Чух. Вот. На мой взгляд, опять же, недостаток. Был бы пояс съемный, это был бы прям идеальный инструмент. Для похода, конечно же, несъемный пояс — это нормально, да? Практически все время я ходил с застегнутым поясом. Причем надежность пришития пояса и лямок запредельная, потому что к этому рюкзаку я цеплял еще сани с тяжелым рюкзаком прямо за пояс. Ну и, соответственно, нагрузка передавалась через пояс и лямки к саням. Так, теперь система входа в рюкзак. Вот отсюда как раз начинаются самые необычности. Вся фишка в том, что вход в этот рюкзак со спины. Он укладывается на заднюю поверхность и отстегивается вся спина, за исключением лямок, вместе с поясом. И широко таким образом раскрывается. Как видите, получается такой мега-чемодан со стенками из пены. А мне, пожалуй, нужно доставать квадр. Рискнуть стоит. Да. Действовать нужно достаточно быстро, пока ветра особого нету. Ну он как, он здесь есть всегда, но сейчас, по сравнению с тем, что было в предыдущие дни, вообще не ветер. Поэтому я достаю квадр и сейчас быстро буду его готовить к полету. Что дает вот такой вот вход? Он дает возможность положить рюкзак, ну куда-то пыль, в грязь, там, на асфальт, на травку, задней стороной, открыть чистенькую спину и достать из чистого короба ваши фото-видео принадлежности. Внутри есть перегородки. Перегородки снимаемые. Их, ну, некое такое количество. Есть побольше, поменьше. Очень много перегородок. И с помощью них вы сможете отделить разные фотопринадлежности друг от друга, так, чтобы они не стучались. Потому что в самих этих перегородках уже зашита пена. Поверхности перегородок, которые как раз будут касаться фотопринадлежности, имеют такую мягкую, ворсистую, нежненькую ткань.
В поход я даже брал не все перегородки, часть оставил дома. Ну, потому что у меня был большой неделимый груз, квадрокоптер. В принципе, если у вас что-то большое, нежное и неделимое, то все перегородки можно вытащить и оставить. На задней стенке есть карманы. Один плоский и, в принципе, на мой взгляд, достаточно бесполезный. Ну так, может, какие-то документы, инструкции сюда положить. В принципе, можно засунуть что-то плоское. И есть маленькие, очень полезные, ну просто невероятно классные полезные карманы для флешек. Причем то, что их три, позволяет разложить поюзанные флешки и еще свободные по разным кармашкам. Представьте себе картину, когда нужно заменить флешку. Вы как-то не пробуете все подряд в поисках свежей, а сразу понимаете, что в этом кармашке чистенькая, а в этом уже забитая до предела классненькими видосами. Здесь у нас прячется органайзер. Органайзер, ну, такой себе. Как видите, здесь такие отделения, которые не закрываются на молнии, и, соответственно, если в них чего-то набросать, а потом рюкзак вот так вот разным образом попереворачивать, то из этого органайзера будет все выпадать. За исключением вот этого классного кармашка с мягенькими стенками. Но нужно заметить, что почти у всех современных рюкзаков органайзер организован именно таким образом. В принципе, ну какие-то вещи можно хранить и таким образом, и выпадать они не будут. Например, в один из карманов я засовывал пауэрбэнк, выводил один провод от него вход наружу, к нему подключал солнечную батарею. Второй провод выводил наружу и к нему подключал устройство, которое нужно было заряжать. Ну, например, экшн-камера, если она вдруг неожиданно подсдохла со всеми своими запасными аккумуляторами. Решил добыть немножко халявной солнечной энергии. Сам этот фронтальный карман имеет объем, он не плоский, и это очень клево, потому что в объемный карман можно складывать достаточно объемные вещи. На этом же наружном кармане есть крепление для штатива. Честно говоря, крепление безобразное, потому что нету фаста, нету, просто получается, что вы как-то штатив закидываете на пряжку, пытаетесь это все как-то прикрепить. В общем, я им пользоваться не смог. Крепление для штатива, ну, в общем, плохое. Короче, моя рекомендация, вам вот это родное крепление снять и повесить сюда какую-то другую полезную там пряжку, ну, вернее, стропочку с самосбросами. Тогда оно, наконец, начнет работать. Еще одна хорошая фишка – это использовать специальную проволоку. Там в моих видосиках есть, я сюда размещу ссылочку. Эта проволока позволяет крепить там не только штативы, а кучу разных полезных вещей вот к этому креплению. Так как штатив таким образом я не носил и вообще на этом креплении ничего не крепил, то просто прятал его внутрь кармана на молнии. Где же я, собственно, переносил свои длинномеры? Использовал я для этого боковые стороны. Здесь есть, видите, такие кармашки, в которые можно продеть там веревочки, проволочки, резиночки и за них что-то зацепить. Есть боковые стяжки, достаточно маленькие, но их хватает для того, чтобы как раз закрепить голову штатива. А ножки сами затолкать вот в этот самый карман. И то же самое с другой стороны. Кармашек и боковая стропа. На одной стропе у меня, как правило, находился коврик достаточно объемный. С другой стороны был штатив, ну такой маленький штативчик для съемки от третьего лица. Дополнительно на ручку, которая была сверху, у меня была приколхожена резинка и была приколхожена такая специальная обрезиненная проволока. И я сюда крепил пуховую курточку. В самый ад я быстро отвязывал эту пуховую курточку и набрасывал на себя. И еще из дополнительных фишек у этого рюкзака это наличие вот такого гермочехла. Конечно, для зимы это не очень актуально, ну потому что снег достаточно сухой сам по себе. Если вы не натрясли в рюкзак, то ничего плохого с вашей техникой не случится. А для лета такой гермомешок, ну, просто необходимость. Берете, натягиваете его прямо на рюкзак. Причем замечу, что в походном варианте вы можете натянуть его с этой стороны. Вот.
таким образом закрыв рюкзак от попадания влаги. А в варианте на отдыхе, ну скажем так, на привале, вы можете натянуть его со стороны лямок. И у вас тогда спина останется сухая, чистая, ну а уже достаточно грязная вот эта поверхность, которая повалялась на асфальте и на траве, продолжит лежать где-то на том месте, на котором вы расположили рюкзак. Общая оценка. Рюкзак здоровенный, классно защищен с помощью пены и, безусловно, крутой. То есть он настолько крутой, что я захотел себе точно такой же. Использовать его можно не только для квадрокоптера, как это делал я во время похода, но и просто как классический рюкзак для фототехники. По объему сюда войдет, ну, самая большая зеркалка с самым большим набором оптики. Все, что вы можете себе представить для фотосъемки, вы сюда легко уложите. Для видеосъемки, я уже проверил, сюда войдут не только основная видеокамера, но еще и некий набор для экшн-камеры. При этом на боковых поверхностях легко разместятся моноподы и штативы, как для основной камеры, так и для экшн-камеры. В общем, если вы такой продвинутый энтузиаст фото- и видеосъемки, и ваши выезды какие-то дневные, то категорически рекомендую данный объем. В меньший разместиться уже сложно, ну, вы меня понимаете, я надеюсь, а больше уже как бы слишком геморройно. С вами был Денис Доропей, рюкзак Flipside 500 AV от компании Low Pro и красивенькие кадры из похода на плато Маньпупунёр. Подписывайтесь на канал, ну, кто подписался, ставим лайки, не забываем. До скорого, пока-пока. Небольшой постскриптум от владельца рюкзака. Оказалось, что вот этот ремень без пряжки, это уже приколхоженный какой-то ремень, непонятно откуда, с китайской поделки. Дело в том, что родной был с самосбросами, но был выполнен тоже в стиле потеряшки. И буквально через там несколько дней использования был потерян. Ну, ничего страшного, как бы, даже хорошие вещи бывают с косяками. Так что, если у вас такая же потеряшка, сразу ее каким-то образом закрепите с помощью шнурочка, либо нитки с иголкой, и будет вам счастье. Все.